Всем халлоуте, ребятушки, с вами Домриэль, и добро пожаловать на новый ролик. Продолжаем Игримград. Итак, наше поселение развивается, мы договорились почти со всеми богами, кроме Сварога. Он на нас до сих пор гневается. Короче, давайте решать эту проблему. Для идола Сварога нам потребуется древесина, нам потребуется камень и потребуется железо. А вот для железа, ребят, нам нужно строить железную шахту. Как мы с вами помним, железная шахта строится только здесь, поэтому нам нужно менять планировочку. Я вам что предлагаю, смотрите. Давайте мы снесем вот этот колодец, снесем кусок дорог вот здесь. Колодец мы с вами, соответственно, перенесем вот сюда. Все прекрасно здесь должно работать, только осталось подвести дороженьку. Собственно, вот так вот мы с вами сделаем. А вот на вот этом месте, где у нас был колодец и дорога, мы с вами как раз-таки построим железную шахту. Требует она 15 древесины. Так, а не хватает, да, до сих пор? То есть мне только сюда ставить, правильно я понимаю? Ну, получается, что правильно. Окей, ладно, давайте еще кусок снесем без проблем. Сейчас, ребят, я все отредактирую, я вижу, что тут капец полнейший происходит. Мы с вами все обязательно исправим. Все, дорога есть, осталось только вот так, наверное, еще подвести. Нормально там? Ну, вроде бы нормально. Здесь, ну, пускай будет вот так. Все, все функционирует, всего хватает. Ну, вроде да, смотрите, пошли рабочие уже добывать железо. И это, ребят, очень хорошо. Так, у нас с пожарной безопасностью снова проблемы. Насколько я помню, мы с вами две части пожарные строили в прошлой серии, так что в теории, да, у нас должно быть все хорошо. Но посмотрим, короче, как оно сейчас будет. Если вот прям сильно упадет показатель, тогда ладно, так уж и быть, построим еще одну. Ну, а пока что, давайте займемся чем-нибудь другим. Короче, в конце прошлой серии, это не попало на запись, мне, смотрите, прилетел дар Велеса. Собственно, это очень хорошо. Нам нужно получать, ребят, и другие дары, чтобы у нас было все великолепно. Что по отношениям? Живо почему-то просела. А почему ты просела, мать? Зерна, что ли, не приносит? Зерно вроде есть. Не, ну типа я сейчас еще побольше поставлю зерна. Ты как бы не расстраивайся там. Все у тебя будет, все прекрасно. Под свинарник я бы на самом деле еще один поставил. Но, ребят, пока точно не знаю, куда я его буду ставить. Я вот знаю точно, что я хочу еще поставить одно место погребения. А, типа как-нибудь вот так. Ну да, что-то вот в этом духе. Все, и тогда подведу сразу же, ребят, тоже сюда дороженьку. Вот почему-то здесь какое-то место непонятное. Здесь, как видите, почему-то дорога не ставится. Да и, в принципе, любое другое. Во, у нас получается уже 5 выгребных ям. Что, в принципе, неплохо. Так, сварок почему-то продлилось. У меня же там оставалось, по-моему, один день. Уже 4 дня. Охренеть, это, ребят, слишком много. Так, это пожарник, смотрите, патрулирует. Молодец, красавчик, работай. Кстати, блин, по поводу пожара. Ё-моё, а почему у меня так все резко упало? Блин, ребятушки, это проблема, это прям проблема. Так, это здесь есть, а куда еще-то? Сюда, может быть, где-нибудь? Ну, типа, давайте поставим. Я просто не знаю, какой в этом прикол. Не, ну, в теории, как бы, здесь нужно тоже мониторить все эти моменты, чтобы вдруг ничего не загорелось. Но, опять же, ребят, вот сами видите, пожарная безопасность резко подлетела вверх. Здоровье жителей тоже. Санитария, ладно, плюс-минус хорошо. Нам самое главное сейчас бы, знаете, что выловить? Нам бы выловить баф Мары, чтобы у нас меньше было загрязнения, меньше было потребления воды. И тогда, ребят, я вам скажу определенно, я буду слишком счастлив. Возможно, даже чересчур. Так, давайте прокидываем с вами вот сюда дорогу. В принципе, сюда, кстати, тоже можно будет поставить место погребения еще одно. Окей, будем с вами, ребят, иметь это в виду. Также забыл вам в первой серии еще сказать, показать, вот, есть такая штука пост дружины. Вот мне, ребят, показывали в обучении, что это вообще такое и как с этим работать, но я не понимаю его смысла. То есть, короче, мы ставим эту фигню где-нибудь на дороге и потом галочками отмечаем, кто туда может ходить, а кто туда не может ходить. Возможно, это сделано с точки зрения того, чтобы рыбаки, например, не ходили какими-то окольными путями. Но я ж надеюсь, что здесь люди-то адекватные у нас живут, и они в любом случае будут ходить, ну, по нормальной траектории. Короче, я эту штуку пока ставить не буду, не знаю, короче, я не вижу, если честно, в ней смысла. Так, у нас угроза, получается, чего здесь? Угроза санитарии. Так, пацаны, вы видите, сколько здесь у меня мест погребения? Типа, мне не впадлу, я еще поставлю. Просто сама суть, то, ну, это как бы тупо выглядит. Ну ладно, пускай будет еще одна. Возможно, ребят, действительно по санитарии у меня какие-то проблемы, потому что население растет, как вы можете заметить, и, соответственно, отходы всякие тоже увеличиваются. Так, давайте мы, наверное, еще парочку домов вот так вот поставим с вами. И туда-сюда, кстати, нужно будет ставить еще один рынок, потому что у нас райончик
вот тут вот плавно будет формироваться. Так что, ребята, имеем это с вами в виду. А пока что ставим вот так. И, наверное, ребята, я поставлю еще одного цирюльника. О, красота. Отлично, ребят, я считаю, офигенно. Ну и, кстати говоря, нам с вами доступна прокачка палатки лидера. Главное здание мы можем прокачать, да. Но, опять же, я пока не хочу это делать, объясняю почему. Мне нужно поставить вот, идол Сварога, да. Давайте мы с вами его поставим где-нибудь вот здесь. А почему бы нет? То есть у нас здесь шахта, типа Сварог же покровительствует вот этим вот пацанам, которые трудятся. Так что вполне себе нормально. Также я, ребят, вижу, что он еще требует медовуху. Давайте задачимся этим вопросом тоже, почему бы нет. Для этого нам нужна пасека, и потом что еще нужно будет? Блин, нам же еще ткацкой цех нужен. Ох, ёпарасоте, ребят, ткацкой цех же, ё-моё. Так, 6 камня, да, надо? Давайте покупим, короче, камень. Хотя, в принципе, я и пасеку... А, у меня опять просадки, да? У меня, ребята, 5 просадки с древесиной. Хорошо, отключаем пока что лесопилку. Пускай пока стоит. В целом, ну, такого количества досок нам с вами будет достаточно. Так, у нас снова проблема с санитарией. Приведет к загрязнению воды. Стройте места погребения. Ну вот же, пожалуйста, я построил. Чего вам не хватает-то? Давайте поставим скорость на x3. И вот видите, кстати, я потратил камни, да. То есть здесь вопрос исключительно в камнях стоит. Я помню, ребят, что я это могу прокачать пока что, но серьезно, это не прям актуально. Дар Мары, наконец-то. Даже у Мары можно снискать защиту, если достаточно уважать богиню. С ее благословением селяне не будут страшны ни болезни, ни случайные смерти. Только не стоит забывать о непостоянстве и своеволии богини смерти. Так, минус 30%, ну смотрите, да, ребят? Отлично, мы сейчас с вами будем просто офигительные. То есть получается, что с бафом Мары у меня всегда не будет проблем с санитарией, со здоровьем, ну и в целом с водой. Классно. Это прям, ребят, очень круто. Так, окей. Недостаточно ресурсов для производства. Чего тут? А, не хватает зерна. Ну вот же, пожалуйста. Блин, вот живо. Что-то, ребят, не носят ей подношения. Почему? Вроде бы зерна есть, вроде бы должно быть все хорошо. Вот видите, с Марой все прекрасно. Короче, она нас, ребят, не благословляет, а все-таки это очень нужно. Ладно, с вами тоже озадачимся этим. Итак, ткацкой цех. Собственно, шкуры есть, но, наверное, еще одного охотника будем с вами в будущем ставить. Давайте ткацкой цех мы с вами зафигачим вот сюда. Вот, отлично, смотрите, какая громадина большая. И дар Велеса, смотрите-ка, еще. Велес благословляет ваших охотников. Зверь будто сам бежит в селки, а скот в селении растет как на дрожжах. Благодаря звериному покровителю селение еще долго не будет голодать. Офигительно, ребят. Все, наконец-таки мы с вами пришли к тому, что мы получаем благословение, и вроде бы как у нас жизнь с вами налаживается. Но опять же, это не точно. Нам нужно больше людей. А люди пока что не хотят приходить, потому что голод. А почему голод? В смысле, какой голод? Ведь что, с ума зашли, что ли? Давайте я еще один рынок построю, базар. В целом-то я его планировал где-нибудь вот здесь ставить. Так, а ну-ка, давай, наверное, вот сюда мы тебя, да? Или куда-нибудь вот сюда, чтобы было как-то, ну, побольше места. Да, ребят, наверное, вот так вот я поставлю, и все. Так, ну опять же, вопрос остается актуальным. У нас не хватает рабочих. У нас, видите, 120 рабочих мест, но рабочих всего лишь 113. Это очень грустно. Так быть не должно. Так, ну и может быть заранее сразу сюда зафигачить колодец? Требуется рабочих 2. А, то есть на колодце тоже рабочие работают. Вот это для меня, ребят, сейчас открытие было. Ну, типа, ладно. Пускай будет так. Сейчас, я надеюсь, к нам пацаны заселятся, и все у нас будет прекрасно. А пока что, давайте место для поселенцев еще одно с вами зафигачим. Ну, типа, пускай где-нибудь вот здесь. Может быть, хотя бы здесь кто-нибудь поселится. Мне бы просто, знаете, чтобы сейчас кто-то пришел, и в целом я бы уже был бы доволен. Определенно. Так, у нас одежда хоть пошла копиться? Ну, потихонечку, да, вроде бы копится. Но получается, что нам нужны еще тогда охотники, потому что сейчас шкуры, ребят, будут улетать просто вообще с бешеной скоростью. Ну и с другой стороны, нам нужна пасека, кстати, да. Древесины у нас уже много. Так, а что я еще хотел построить? Я хотел построить мини-ярмарку. Кстати, мини-ярмарка, давайте. Так, дармары снова, спасибо. То есть, видите, она баф обновляет. То есть, когда мы держим отношения с божеством в хороших руслах, то есть, она будет постоянно нас с вами бафать. Это, ребята, офигительно. Но, опять же, можно мне наколдовать прирост населения? Почему вот они не хотят? Типа, нет условий для миграции. Голод. Какой нафиг голод? Вы видели, сколько у меня еды? Кстати, еда кончается. Тоже, как бы, вопрос встает. Давайте дом рыболова зафигачим.
И по мне не жалко, опять же. Но проблема остается актуальной. Тогда знаете что? Здесь у нас производство не идет. А почему не идет? В смысле, чего там не хватало? Просто писалось, типа, как будто ресурсов не хватает. Как может не хватать ресурсов? Кстати, ни хрена у меня жители полетели. Ема! Блин, ребят, мне кажется, я прям сейчас вот прям вообще переборщил. Так, снова дар Велеса, прекрасно, спасибо. А, так, окей, тогда, ребят, срочно мы с вами разбираемся с тем, что мы сейчас с вами наделали. Сразу же злаковое поле. Давайте куда-нибудь его, может быть, здесь. Кстати, рядом. А почему нет? Давай. Все, окей, иди работать. О том, что здесь, приносит хоть дары? Ну, потихонечку сварогу приносят дары, это прекрасно. Так, доски у нас потихоньку делаются. Сейчас мы с вами зафигачим, ребят, ярмарку. Так, черепичная фабрика пока что не актуальна. Я не знаю пока что, куда мы ее с вами будем использовать. Пасека, ну давайте, окей, пускай будет потихонечку мед копиться. Требуется плодородие. А, то есть пасека исключительно вот в таких местах? Ну, типа, окей, без проблем, давайте. Соединим сейчас это всю дорогу, и все у нас будет хорошо. Типа что-то вот в таком духе, да? Ну, вроде бы нормально, вроде бы неплохо. Гнев живы. Почему ей не носят зерно? В смысле? Пацаны. Эу. Алло. Там как бы Мара гневается. Ой, Мара, господи, живо гневается. Ой, еще и пожар. Японский бог. Короче, смотрите, сейчас минус пекарня будет. Ее нельзя будет восстановить. Я уже в обучении через это проходил. Так что ладно, ну давайте пожарный пункт еще один. Вот сюда поставим, пускай будет. Так, и разрушим тогда постройку, получается. Ресурсов каких-то вроде бы нам не возвращается. Это плохо. Так, а здесь что? Здесь мы запускаем лесопилку. У нас уже очень много древесины. И досок нам не хватает. А вот нам нужно так-то еще и шкура. Йоу, парасете. Точно, ребята. Вот и видите опять. То есть здесь как-то все волнами. Вроде бы одно время у тебя все хорошо. Вроде бы, знаете, там что-то делаешь. Вроде бы все прекрасно. И тут бах, в другой момент у тебя просто жесть. Дар Мары, ну вот хотя бы она меня дарами радует. И на этом спасибо. Окей, ладно, пускай пока со свинятником рядом стоит охотник. Хотя на самом деле не особо удачное место, но да ладно. Вот, а мы с вами сейчас что будем делать? У нас охренеть сколько людей. Они разом все прилетели, еще и хаты поулучшали. Ема. Ема, сейчас рыба, наверное, будет улетать. Хотя нет, смотрите, третью штуку поставил. И вроде бы даже все в плюс пошло. Так, пекарня, да. Ставим с вами, ребят, пекарню. И нам снова не хватает на мини-ярмарку. А нет, вот уже хватает. Давайте мини-ярмарку с вами разместим где-нибудь вот, наверное, примерно. Я бы на самом деле вот так поставил. Типа как-нибудь посередине. Просто чтобы затрагивать привлекательность для всех домов. Сейчас, кстати говоря, проверим, ребят, как это будет работать. Давайте, наверное, вот так вот вокруг мы обнесем ее обязательно. И получим гнев сварога. Погоди ты, сварог, ну ведь видишь, у меня же уже пацаны трудятся. Там же, блин, все хорошо. Ну, что-то вот я не знаю прям. Какой-то душный этот сварок. Так, там дорога есть, хорошо. Что по... Ага. Железо сюда принесли, но видите, в чем прикол? То есть одно железо он не будет расходовать. Ему нужна обязательно медовуха. Хорошо. И нам еще, ребят, нужен один пожарный пункт. Давайте пожарный пункт с вами разместим. Я даже не знаю где. Чтобы это было эффективно. Ну, давайте пускай вот здесь стоит. Плюс еще, наверное, можно одного цирюльника. Хотя, кстати, с бафом у меня все в целом с этим нормально. Но пускай будет цирюльник. Ладно, ребята, лишним не будет в любом случае. Так, далее. Далее давайте смотреть, что нам еще нужно с вами. Пасека, кстати, пошла работать. И как сделать медовуху? А, медоварня. Гнев жив. Да заколебало, сейчас все будет. А, так, нужны, смотрите, инструменты. Опа-на. А инструменты делает кузница. А для кузницы нужны, получается, кирпичи. Вот оно что, ни хрена себе. Вот это, ребят, да? Почему сюда не носят подношения? В чем прикол? Ну давай. А может быть, приоритет поставить? Логистика, службы. О, мать это дала нам с вами подношений. Продовольствие, производство, службы. Ну ладно, с этим все понятно. Вот, смотрите, пошло. То есть все-таки просто сюда зерна очень мало приходит. Ладно, без проблем. Без проблем, у меня очень много людей, я могу себе позволить. А, давайте, а в чем 50%? А вот здесь, смотрите-ка, 95%. Ну, ладно. Давайте вот так поставим. Все тогда. И сюда вот так вот дороженьку. И ты куда, блин? Дар Мары, вот. Вот хотя бы Мара, ребят, нас с вами радует сегодня. Мара сегодня молодец. Спасибо ей большое за ее дары. Так, все. Здесь, по идее, должно как-то поинтереснее все работать.
Тогда, может быть, вот этот вот идол стоит перенести в другое место. Ну да ладно. Так, что нам дальше надо, ребят? Нам с вами дальше нужно построить какой-то искатель священных камней. Производит какие-то камни священные. Интересно. Так, производит черепицу. Вот. Вот это нам с вами и нужно. Есть угроза, получается, болезни и есть угроза пожара. Черепичная фабрика. А вот как-нибудь тебя... Эх, зараза, нет, сюда никак не поставишь. Ну тогда давайте черепичную фабрику. Она же, получается, что потребляет? Она потребляет глину же. Это же глина так? А ну, постой. Надо, ребят, убедиться. Да, так выглядит глина. Хорошо. Гнев Сварога опять. Вот, блин, Сварог на самом деле очень неприятный человек. Ну давайте, может быть, где-нибудь вот здесь. А здесь бы я поставил второй глиняный карьер. Кстати, да. А почему нет? Ну-ка, может, как-нибудь вот так вот. Да, давайте вот так и сделаем. Детский крик. Лесорубы спокойно заготавливали бревна, как из леса послышался детский крик. Ну, блин, ребят, это полюбасу какая-то подстава, как было с Хикиморой, поэтому давайте не будем проверять. Опять Яука в лес зазывает, подумала Сим. Каждый знал, что сегодня все дети пошли с родителями на пахоту. Так никого лесной дух и не заморочил в лесу сегодня. Вот и все, ребят, я знал, что это разводило. Ну, просто серьезно, блин, какой нафиг ребенок в лесу? Это же явно звучит как подстава. Поэтому нет, на такое вестись, ну его нафиг. Так, гнев Сварога, гнев живым. Что со Сварогом? Ну понятно, железо загружено и, собственно, больше ничего не происходит. Окей, ладно, шкуры. У нас, кстати, вот смотрите, теперь просадки по шкурам. Я могу в этой игре как-то добиться того, чтобы у меня все было в достатке, все было сбалансировано? У меня почему-то, ребят, такое ощущение, что нет. Где там, кстати, этот охотник? Найти его не могу. Вот, хижина охотника. Давайте еще одну поставим, почему бы нет. Типа где-нибудь вот здесь пускай охотится. Может быть, как-то это чем-то мне поможет, кто знает. Так, а здесь что? Вот с Велесом, да, с Велесом теперь тоже проблемы, потому что шкур-то не хватает. Вот видите, ребят, я только обрадовался, что у меня вроде бы все становится хорошо, как вдруг нет, ни хрена у меня хорошо не становится. Ну и давайте место погребения тогда сюда зафигачим. Наверное, возле реки не очень хорошая идея, но опять же, в этой игре это никак не влияет, поэтому, ребят, я так буду делать. Потому что, сами видите, у меня места тупо нету. Я не знаю, куда это девать. Кстати, еще одно место встанет. О, кстати, да, сюда встанет хорошо. Можно построить. Хотя да, давайте, наверное, я заранее построю. Мало ли чего там может быть. Так, а вот что сюда поставить? Колодец еще один. Требуется вода. Ну, давайте поставим, пускай будет водичка. Рядом с отхожим местом, опять же, ничего не знаю. Скорость расхода воды, скорость заболеваний. Во, спасибо. Вот, блин, за счет благословений Мары... Я, ребят, наверное, только сейчас и выживаю. Что там будет дальше, я без понятия. Так, что у вас тут? Не хватает глины, да? Но, в принципе, мне-то и черепицы не так уж и много надо. Мне нужно там всего ничего. Где эта фигня находится-то? Фабрика посуды, кстати, да, ребят, еще у нас будет. 6 шкур. 3 инструмента. Здесь 8, получается, мне нужно вот этой фигне. Ну да, сейчас накопится, сейчас все будет прекрасно. Нужно, наверное, ребят, туда-сюда еще один свинарник ставить. Вот, кстати говоря, я бы поменял местами вот это. И поставил бы сюда, наверное, свинарник. Так, где мы с вами его видели? А он вот здесь. Вот, ставим сюда свинарник. Возможно, еще один, кстати, да, сюда влезет. Опять же, ребят, рядом с отхожим местом, но что поделаешь. У меня, кстати, людей уже не так уж и много, поэтому пока экономим. Снова гнев Сварога там прилетел. Ну и ладно, пускай будет так. Дом каменщика, вот хижина охотника, точно. Давайте его с вами вот сюда поставим. Пускай работают. Квартал охотников там такой, ребят, получился у нас. В целом неплохо. Так, мини-ярмарка нам не нужна. Вот нам бы, да, наверное, ратушу прокачать. Опять же, нужны шкуры. То есть, ребят, у нас сейчас проблема, прям конкретная проблема со шкурами. Хорошо, потихонечку мы с вами решим ее сейчас, я думаю. Почему бы нет? Железа у меня очень много, поэтому я могу без проблем сейчас делать инструменты. Главное, да, опять же, чтобы хватало на подношение всем нашим богам. Так, а что с этой, мадам? Жива снова бесится. Потому что, видать, наверное, все уходит на рыбные пироги. Ой, блин. Нужно еще, получается, злаковое поле-то. И не одно. Ну да, гнев живый, я понял. Короче, ребят, я не знаю, тут бывает когда-нибудь такое, чтобы прямо вообще не было гнева? Мне кажется, нет. Ну, типа, ладно. Так, ну а как ты? Почему ты сюда не скручиваешься? Ну и ладно, короче, пускай как стоит, так и стоит. Так, у нас опять, окей, не хватает работников. И, кстати говоря, ребят, доступно улучшение. Но, блин, я, наверное, пока это не буду делать, я все-таки построю кузницу. Кстати, да, угроза, опять же, есть возгорание.
Так, ну а где мы тогда это поставим? А давайте где-нибудь вот сюда. Так, и здесь снова угроза вырастает. Блин, вот ткацкой цех не надо палить, пожалуйста. Это прям будет очень грустно, если так случится. Давайте сюда пожарный пункт поставим, еще один. Ну и соответственно, ну тогда добавим парочку домов. Что нам с вами еще остается делать? Раз, два. Ну а здесь не влезает, хорошо. Два дома, я думаю, будет достаточно. Гнев Велеса. Да, ребят. Вот только я обрадовался, что вроде бы жизнь налаживается, как вдруг мне снова начинают прилетать одни гневы. Надеюсь, с Марой хотя бы все нормально. Ну, по идее, да. Ну-ка, подожди, где она? Мара у нас вот здесь. Да, вот Маре, ребят, стабильно приносят. И мясо приносят, и рыбу стабильно приносят. Вообще, ей вообще хорошо. Она себя чувствует прекрасно. Но, по идее, сейчас мы построим и медоварню. У нас тоже, по идее, должно все стать хорошо. Ну, это чисто, ребят, мое предположение. Но я думаю, что именно так и будет. И снова, блин, по санитарии проблема. Сколько нужно этих ям ставить выгребных? Я вот серьезно не понимаю. Просто вроде бы ставишь, но тут прям, ну, нормально так. И все равно чего-то не хватает. Так, смена погоды, эффективность рыболова, скорость появления животных и скорость созревания зерна. Вот, кстати, на этом спасибо. Подобных событий у нас с вами уже давно не было. Так, а как тебя поставить бы, дружище? Я не знаю. Гнев сварога. Хорошо. Короче, ребят, с этими гневами, ну, прям совсем сложно играть. Вот если бы хотя бы даже просто бы их не было, было бы гораздо легче, но нет. К сожалению, здесь так не работает. Так, что там, кстати, по инструментам? А где инструменты? А где чего вообще, почем? Может быть, мне стоит, я не знаю. Но хотя, смотрите, кожа пошла вроде в плюс. Я просто думал, может быть, остановить пока что ткацкую мастерскую. Но вроде бы нормально все. Так, где там кузница-то это? Не хватает, получается... А, нет, подожди, я ж кузницу построил. Мне сейчас нужна... Что мне нужна? Медоварня, вот. А где инструменты? А, вот два штуки есть. Хорошо, ребят, смотрите. Сейчас у нас будут инструменты, и я думаю, что... Хотя, наверное, давайте сейчас с вами улучшим. Почему бы и нет? Все, отлично. Гнев живы снова, окей. У нас увеличился с вами склад, и смотрите, появился чувак, который будет собирать налоги. Он будет обхаживать постоянно вот эти вот дома все и собирать денежку. Эту денежку вроде как можно потратить на покупку чего-то либо, либо снаряжение караванов, либо, короче, что-то в этом духе. Ну, в общем, бабосики, тема хорошая, пригодятся нам в любом случае, поэтому все хорошо. Так, медоварня, еще один инструмент. Вот еще один инструментик, и прямо будет у меня все хорошо. Давай, быстрее, медоварня, быстрее, быстрее. Зерно, смотрите, кстати, поперло. Значит, по идее, сейчас живу должны, ну, прям нормально откармливать. Я ж надеюсь, несут ешь зерно? Или его в первую очередь вообще несут куда-нибудь на мельницу? А куда им столько-то зерна? Слишком много получится, ребят, слишком много. Где еще один инструмент? Гнев Велеса, ну, это я понял. Кузница, ну-ка, чего не хватает? Рабочие 6 из 6. Железо есть. Вот почему они сейчас не работают? Чем они заняты? Бездари такие. Вот лишь бы, ребят, не работать. Все, ставим сюда, короче, медоварню. И делаем с вами потихонечку мед. И тогда получается, что сварог будет нами доволен. Наверное, так. Вот и долживый, я не понимаю, ребят. Смотрите, никто не несет сюда ничего. Хотя у меня зерна много. И вот, обратите внимание, ребят, появилось золото. Кстати говоря. Так что, теперь мы с вами будем потихонечку копить. И получается золотишко. Вот так, кстати говоря, выглядит дом старосты прокачанный. Не знаю, прокачивается он еще на один уровень или нет. Я до этого не доходил. Но, опять же, будем следить за этим всем вопросом. Так, мясник тоже, кстати, хорошо, но у меня, по-моему, по мясу все плохо, да? Где у меня, кстати, мясо? А, ну да, у меня вообще свинятины нету. Ребят, нужно больше свинятины. Давайте так, это где у нас получается? И людей надо больше. А нет, людей пока не надо больше, с людьми пока все в порядке. Но, опять же, это не надолго. Так, свинятина, давай, раз. Получается, ребят, здесь у нас с вами будет, ну, что-то подобие, наверное, сельского хозяйства. Так вот уж вышло, извиняйте. Так, а сюда не влезает, да? И вот так вот не влезает. Вот же зараза. Ну ладно, короче, пускай пока так стоит. Все, в целом неплохо, в целом нормально. У нас снова проблема с водой. Я не знаю, ну вот правда, ребят. Нужно тупо больше колодцев строить? Но без проблем я построю. Но все равно, мне кажется, что-то здесь, ну, неправильно работает. Ну, не должно это так быть. Ну вот, я зафигачил колодца, все, пожалуйста. У меня снова, кстати говоря, не хватает людей. И снова мы получаем гнев живы. Это сложно, это очень сложно.
Так, ну давай мы, наверное, тебя где-нибудь вот здесь, да? Здесь можно? Да, здесь можно дорожку протянуть. Все, тогда еще два домика и еще, соответственно, дорогу. Так, ой, блин, еще и здоровье падает. Ой, блин, пожалуйста, не умирайте, люди, не умирайте, я вас очень прошу. Я же старался, я пытался, я выжил. Я хочу выжить. Да, смотрите, вообще здоровье в ноль упало. С ума сойти просто. Да уж, капец. Так, можно, пожалуйста, дома заселить? Давайте, ребят, вы не обращайте внимания, что у меня, возможно, здесь какая-то антисанитария бывает. Но, типа, я же стараюсь. Вот улучшения какие-то есть. Вроде бы там производим что-то. Давайте, наверное, я вот еще два дома поставлю в надежде на то, что кто-то ко мне придет. Так, гнев Велеса снова. Хорошо, без проблем. На базаре здесь вроде бы все работает. Смотрите, рыба копится. А здесь ее вообще 125 у меня всего показывает. Вот с чем, ребят, с рыбой у нас проблем нету, и от голода мы точно не сдохнем. А вот со всем остальным это я не уверен. Потому что здесь, как видите, происходит нечто. Нечто непонятное, нечто неясное. Так, ну, цирюльника, может быть, еще одного. Хотя, блин, куда еще столько цирюльников? Я все строю и строю. Ну, на, пожалуйста, пускай тебе будет цирюльник. Я типа как бы не против. Недостаточно ресурсов. А, блин, здесь еще и посуда нужна, ё-моё. Так, возвращаемся. Где мы видели с вами посуду? Фабрика посуды, вот она. Использует также глину, хорошо. Блин, я же здесь, кстати, хотел глину добывать. Придется, наверное, куда-нибудь сюда ставить. Ну да ладно, разберемся. Гнев Сварога, снова. А где благословение, я не понимаю. У меня резко благословения закончились. Сейчас проверим, ребят. Что-то мне кажется, Мара теперь нами тоже недовольна. Видать, мясо-то закончилось. Хотя нет, смотрите, с Марой все прекрасно. Здесь живо. Ну, вроде бы. Давай вот так вот, выходи на желтенькую хотя бы. Ну, давайте, ребятушки, ну закидывайте зерно, я вас молю. Здесь шкуры вообще не закидывают. Ну, давайте я еще одного охотника поставлю. Блин, ну вот серьезно, игра вроде бы неплохая, вроде бы интересная, но, блин... Ну блин, здесь, вот я не знаю, здесь что-то не продумано. Мне кажется, здесь какие-то проблемы с балансом. Я не знаю просто, как это описать. Где этот дебильный охотник-то, ё-моё? Смотрю, ребят, в упор, наверное, не вижу. Вот он, охотник. Так, снова гнев. Допустим, ладно, я уже привык, что ко мне гневаются. Давай сюда вот тебя поставим. Работай. Здесь, понятное дело, не хватает глины. А, кстати, почему ее не хватает? А глины, да, достаточно много нужно. Ай, черепичная фабрика горит. А давай мы ее выключим. Может, она не будет гореть? Настали холода. Ночи все длиннее и холоднее. Печи в домах будут топиться чаще, а добывать еду станет сложнее. Скорость потребления еды плюс 15, пожароопасность плюс 30, скорость созревания зерна минус 60, эффективность рыболовов минус 30, скорость передвижения рабочих плюс 15. О-хо-хо. И минус фабрика. Это сложно. Это, ребят, сложно. Ладно, один день стужа продлится. Я думаю, что мы с вами справимся, потерпим некоторое время. Так, давай мы, наверное, вот лесопилку тоже отрубим. Да, у нас вроде как появились свободные люди. Хорошо, это прекрасно. Сейчас здесь посуду тогда начнут делать. И потихонечку мы начнем получать медовуху. Но я недоволен, ребят. Я недоволен тем, что происходит. Все достаточно грустно. Так, у нас с вами получается что? У нас снова проблемы с санитарией. Ой, блин, ну нате вам, пожалуйста, место погребения еще одно. Давайте рядом со свинарником поставлю. Вроде бы там никто против ничего не имеет, что это рядом стоит. Ну серьезно, ребят, здесь какие-то проблемы с балансом. Ну типа вы сами видите вот весь мой путь. Что я делаю неправильно? Нет, я понимаю, что я могу что-то делать неправильно. Я не отрицаю, я не говорю, что типа я там все капец делаю правильно, вы не шарите. Нет. Но блин, это же не так должно быть. Загрязнение, скорость расхода воды плюс 10. Ну, вроде бы пропало. А, нет, смотрите-ка, появилось. Ух, блин, еще сгорело. В смысле это сгорело, это фигня? И ну как это так-то, ёпразоте? Я же ресурсов-то обратно не получаю вообще никаких. Да фабрика посуды сгорела. Ой, блин. Сколько мне нужно пожарных этих ставить? Ну, правда. Ну давай пожарный пункт еще один. Вот здесь пускай стоит. Ну просто, ну ребят, я не знаю, тут есть какая-то вообще формула. То есть, грубо говоря, на какое-то количество домов ты должен такое-то количество пожарников поставить. Либо такое-то количество колодцев. Я не знаю.
Ну вот капец, блин, вроде бы собрался, да, преподнести вот как бы вот, как бы дар Сварогу, чтобы все было хорошо, чтобы мы договорились. Но нет, по итогу, ребят, игра мне сказала, иди в жопу. Вот искатель камней, кстати, что это дает? Вообще священные камни. Я пока что, ребят, не видел, где их можно использовать. Может быть, их можно использовать в качестве альтернативы подношениям? Такое тоже возможно. Велесу вообще шкуры не несут. Я не знаю, такое ощущение, будто игра вообще сломалась. То есть перестали нести еду и живи, и вот Велесу. Этому-то понятно, этому никогда ничего не несли. Ну и мне кажется, опять же, ребят, сильно уж слишком милость богов пропадает. Во, все, Мара теперь как бы нормальная. Теперь опять нормально, ненормальный. Короче, вы поняли. Я не знаю, ребят, я уже запутался. У нас снова не хватает, кстати говоря, людей. Не хватает почему? А потому что, да, собственно, такие вот дела. Короче, ладно, давайте мы с вами что сделаем. Я, наверное, зафигачу еще одну фигню для добычи рыбы. Кстати, вот здесь, получается, да. Блин, и фабрику посуды. Ну, ё-моё, сгорела фабрика посуды. Это же так обидно-то, ё-моё. Это чертовски, ребят, обидно. Она просто очень дорого стоит. Где там эта фигня находится-то? Домик рыболова, все. Давай, остановись. Вот здесь будешь стоять. Еще плюс-минус на одного места у нас останется. Ну, смотрите, вроде бы по санитарии стало получше. Почему она меня перестала благословлять? Эти же, блин, как только им что-то не принесешь, все, начинают сразу возмущаться. Это тебе не так, то тебе не этак. Не знаю я. Зерно опять заканчивается, мясо заканчивается. Короче, блин, я не знаю, ребят. Давайте с вами так сделаем. На этом пока что закончим. Я думаю, что еще одну серию мы с вами точно поиграем. Посмотрим, к чему вообще все это приведет нас. Если проблемы останутся, то, наверное, как бы все. Я не знаю, просто может быть там с патчем первых дней что-то пофиксят. Потому что, опять же, повторюсь, игра еще не вышла. Но, типа, ладно. Вот, опять же, гнев Сварога. Собственно, под него мы с вами и закончим. Пишите ваши комментарии, ну а ссылка на плейлист со всеми сериями по этой игре будет находиться в описании под роликом. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видосики. Ну а с вами был Дамриэль, всем гудбайте, ребятушки, и до новых встреч.